Сотрудничество между Казахстаном и Польшей осуществляется в ряде отраслей экономики. Есть совместные проекты в образовании, энергетике, транспорте, логистике, туризме, агропромышленном комплексе. Обе страны достигли перспективных инвестиционных связей. 30 лет назад, 6 апреля 1992 года, были установлены дипломатические отношения между нашими странами. За этот срок укрепляющееся с каждым годом сотрудничество двух стран достигло высокого уровня в различных отраслях экономики. Я скажу, что отношения между Польшей и Казахстаном намного длиннее, потому что то, что здесь да будет уже эта выставка, здесь поляки жили совместно с казахским населением уже 85 лет назад, 86, как они исполнилось, когда они были депортированы сюда. И благодаря здесь казахскому народу мы можем проводить такие хорошие годовщину, как 30 лет, даже наложение дипломатических отношений. В Казахстане на сегодняшний день проживает 28 тысяч людей польской национальности. В честь 30-летия установления крепких отношений была организована выставка, посвященная культуре двух стран, где звучали песни на казахском и польском языках. Александра Гауэр, Джансулу Жинкул, Павел Соловьев, Амир Койшибаев, Кокши Акпарат.